Здравствуйте, друзья! Сегодня вы увидите. Сегодня вы побываете на живописном побережье Белого моря, на острове Ягры. Увидите наши северные песчаные дюны и красивый сосновый бор. Не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик. Всем добра! Ягры – это остров в районе летнего берега Белого моря, в устье реки Северная Двина. Период подготовительных работ по строительству Северодвинска были проведены геологические исследования, позволяющие предполагать, что остров Ягры был образован 1500-2000 лет назад за счет морских наносов, то есть имеет лайдовое происхождение. Именно здесь, 24 августа 1553 года, пришвартовался единственный уцелевший корабль экспедиции Хью Уиллоби – Эдуард Бонавентура, которым командовал английский капитан Ричард Ченслер, а вторым капитаном был Климент Адамс. Англичане назвали остров Розовый. В воспоминаниях, опубликованных в книге «Английские путешественники в Московском государстве» в XVI веке, говорится: «Розовый остров в бухте Святого Николая полон алых и красных роз шиповника, фиалок и дикого розмарина. Этот остров имеет 7 или 8 миль в окружности, на нем хорошее пастбище, и он получил название Розового». В 1938-1953 годах на острове существовал Ягринский исправительно-трудовой лагерь «Ягринлаг НКВД». В словаре Даля слово «ягра» женского рода и означает мелкое песчаное дно реки, озера, моря. В словаре областного архангельского наречия А.И. Подвысоцкого, изданного в 1885 году, «ягра», «ягры»
выдающаяся в море и заливаемая во время прилива часть берега. Вблизи побережья можно ловить камбалу, навагу, корюшку, сига. Самая большая река на острове Ягры – Камбалица. Самое большое озеро – Чаячье. На Яграх имеется сосновый бор, который является одним из любимых мест досуга жителей всего города. Близлежащие необитаемые острова – Угломень, Глубокий, Кривец, Хвосты, Трестяный, Малый Чаячий. У многих Архангельск ассоциируется с Белым морем. На самом же деле море в 40 километрах от города. У Северодвинска. В черте Северодвинска на острове Ягры находится единственный в округе песчаный пляж с прекрасным сосновым бором и дюнами. Попасть на Ягры невозможно, не проехав через Северодвинск. Остров Ягры соединяется с основной частью Северодвинска двумя мостами – автомобильным и железнодорожным. На острове расположен жилой район Северодвинска и судоремонтное предприятие «Звездочка». Также на Яграх располагается стадион с ледовой ареной, спорткомплекс с бассейном, лыжная база, яхт-клуб «Север», база для занятий кайт и виндсерфингом, а в летнее время, если располагает погода, пляжи острова Ягры используются для пляжного отдыха северодвинцев. Сурова и холодна северная земля. Но именно этим она закаляет характер живущих здесь людей. Испокон века здесь жили сильные и свободные люди. Мужчины были добытчиками и опорой, а женщины всегда поддерживали своих мужчин. Яркий пример – моя Олюшка. Она родилась и выросла в этом холодном снежном краю и имеет северный характер и хорошая хозяйка в доме. Считается, что славянская колонизация севера началась в IX-XI веках. Резон в этом был. Северный край оказался богат на пушнину, морского зверя, рыбу и птицу. Археологические находки и топонимика фиксируют следы проживания и славян, и финно-угров. В антропологическом типе поморов преобладают славянские, но есть и финно-угорские черты. Несколько позднее свой вклад в формирование поморской общности внесли выходцы из Владимира Ростова-Суздальских земель. А еще позднее викинги, в основном норвежцы.
аморы сформировались на славянской основе, но включают в себя и другие этнокультурные элементы. Аморы внесли значительный вклад в расширение территории и рубежей Российской империи. Иностранцы, посещавшие Поморье, дали такую характеристику местным: сдержаны, гостеприимны, доверчивы, трудолюбивы, немногословны. Пребывание вдали от основного ареала проживания русских сформировали у поморов отличительные черты. Они проявлялись и в быту, и в декоративно-прикладном творчестве, и в диалекте. С островом Ягры связана легенда о зеленом луче. Кто его увидит вертикально выходящим во время заката солнца из моря, тот будет вечно счастлив. История и реальность переплелись в хронологии Розового острова. Великая Отечественная война оставила здесь свои следы не только в виде окопов и могил. Ягринский пляж до сих пор украшают барбеты зенитных орудий 34-й зенитной батареи. В то время береговая линия на Яграх проходила на 100 метров дальше, чем сейчас, и дюны возвышались над морем гораздо больше. Вода забирает ягринские земли со скоростью около 2 метров в год. Остров понемногу оседает. С начала 20 века к западу и северо-западу от Ягр формируется полуостров, ныне остров Ягрский рог. В последнее время и за ним начинает возникать значительная отмель.
сегодняшней реальности Сосновый Бор и прилегающий к нему знаменитый пляж – любимое место отдыха не только горожан, но и многочисленных гостей. Здесь бегают прирученные жителями белки, обитают редкие птицы и уникальные растения. Через Сосновый Бор проходит множество асфальтированных дорожек, по которым северодвинцы очень любят гулять. Вот вы и познакомились с розовым островом на Белом море, островом Ягры. Но как бы на нем не было хорошо, в деревне все равно будет лучше, чем в городе. А на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Всем добра!